Всем привет! Попробуем дотащить второго и третьего человека. Вернее, получается, что третьего и четвертого. У нас еще остались, конечно, некоторые квесты к бункерам, и вернемся в последнюю очередь. Попробуем дойти сюда. Тут не сильно далеко. Это даже можно снять. Патронов у нас немного осталось. Дрелевая реберчика. Сколько у нас их? Револьвера. Так, 9. Хорошо. Хватит, чтобы отпугнуть. Пока погода нам еще благоволит. Так, перед мостом свернуть и найти его здесь. Окей. У нас по квестам еще какая-то рыбалка. И что, олень или лось? Здесь я не смог что-то добраться. Но я не думал, что там какая-то хорошая награда. О, а, это костерочек. Красота-то какая. В принципе, в зоне можно попробовать. Сейчас попробуем на возвышенности. Где-то оттуда. Благо, да тебе тут рукой Stay calm. I'm right here. Спит. Так, посмотрим. Выпей воды. There. That should be better. Потащи давай. Сейчас выйдем к мосту и дотащим тебя.
кстати. Можно попробовать заглянуть сюда. Будет к Молли. Может, откроют нам дверь. Поговорим. А с последним чуваком будет тяжело примерно такое же расстояние. Будут уже проблемы. Осталось совсем немного, да, осталось совсем немного. Не отключайтесь. Не отключусь. Don't close your eyes. Not yet. В принципе, можно будет волков и сигнальными ракетами отпугнуть. Отключится с ним, все в порядке. Логан. Росомаха. Что? Что это? Это мы тебя тащим. Не бросим, почти остался мужик. Черт. Все будет хорошо. Как он столько дней выжил? Как он вообще с места крушения добрался, хрен? Пойми куда. Вопросики. Ну да, тащи, да.
Ну, для разнообразия, наверное, сбегаем, потом будет заполучено. Возможно, это последнее задание. Я еще не смогу в этот бункер проникнуть. Мои ноги. Можно. Спасибо. О. Почти просушились. Куда тебя положить-то? А. Отлично. Так. Сами подкрепимся. Слушай, сбегаем в этот бункер. Главное, что у нас останется сумка из лосиной кожи. Так, как она у нас не сильно повредилась? Нет, вообще не повредилась, славненько. Так, вот злополучный бункер. Где-то здесь. Придется, что ли? Да, походу нужно обойти. Не, рановато еще спать, мелочка. Ты здесь. Так, так. Ага, судя по всему, здесь. Красивый водопадик. Что-то из любопытства хочется заглянуть. Так, это нет. Ничего. Толк там. С этой пещеры. Вскрываем. Отлично. Задание выполнено, понятно. О, тут у нас больше всего хавчика. О. Нифига себе, сколько супруков.
получается самый ценный бункер. И патрон мы вижу. О, еще револьвер. Спим чуть-чуть. Это острит вообще или на ногах держится. Так, на все эти скупаи сохраним для следующего эпизода. Ох ты ж, что-то я. Да, наверное, что-то я недооценил. Так, секундочку, свет. Посмотрим. Так, эти перчатки хуже. Эти ботинки лучше. Окей. Так. Переработаем. Отличное растяжение. Так, не вижу кровати. Что вот этот скушать можно. С утра от него избавимся. Пулик Монос нашли, получается. Ох ты ж. Так. Спим 12 часов. Ой, погода еще хорошая. Ну вот, этого должно сейчас сбросим все лишнее и пойдем спасать последнего. Получается, четвертого выжившего. Да, столько сухпаев не встречал нигде. Так, мы сбросим это все сюда. Гнида.
Можно попробовать выпить один. Так, тут у нас есть. Это сбрасываем. Так, нормально, нормально. Пока сбросим. В следующую локацию все с собой прихватим. Так. Хотя фигня, конечно, пусть будет. Окей. Так, сохранимся. И выдвигаемся. Ну-ка, если мы выпьем эту колу, что будет? Куда он там делась? Что я привожу? А, вот она. Ну-ка. Не особо. Хотя нормально. Больше бегает. Попробуем к нашей подружке заглянуть. Вот здесь вот наша Молли. Посмотрим, что нам скажут и пустят ли нас вообще. Может, еще какой квест откроется. Подожди. Так, по пути есть. Так, как-нибудь срезать? Нет. Придется еще мост переходить. Чтобы погода не испортилась. То есть нам главное будет выйти к дороге, а дальше по фигне. Но усталость-то сильно проседает. Плохой энергетик. Зря только выпил его. Походу придется в амбаре отдыхать. Да. Хотя я помню, чего человек помню. И вышку помню. Все, усталость снизилась.
Хотя, может, и дотащим. Все исследовал, насколько я помню. Это штука для хранения зерна. Сейчас. А, эти я взял, что? Откройте мне дверку. О, реально, можно выйти, что? Я вроде обыскивал все это. Значит, одну полку забыл. И это забыл, любопытно. Что ж, поехали. Судя по всему, яблони или что-то. Странно, что наша подруга не нашла. Так, где-то там. Где-то здесь должен быть. Easy. I'm here now. I'm gonna check you over. Не, парень, отморозился только так. You'll feel better after you sleep. Потащили, чё? No way around this. Не, по-другому вообще никак.
7 этажов, спокойно. Stay with me. Не отключайтесь. Вообще эта вышка может быть как-то нам еще. О, не надо. That's not the wind howling. Где вот она? Ты главное до моста хотя бы дотащить тебя. We're making good time. Почти дошли, мы только начали. Подруга могла бы помочь. Ну тут не так долго. Все-таки карта не самая большая. Оказался рядом с милой женщиной, которая тебе не помогла. А почти милая. Второй мост. Чуть-чуть осталось. А ты повезло. Очень повезло, что погода
хорошая оказалась. Могло быть все намного хуже. Здесь недалеко. Ну как сказать? Относительно. Но в любом случае, может это и скучно, но сюжет превосходный. Если первая история была эпизод так себе, то вот второй и третий прям замечательный. Но второй самый длинный. Там целых три карты, а тут всего одна. Посмотрим, как будет в четвертом эпизоде. И за кого мы будем играть. Нам бы еще. Так, как у нас вообще со шкуркой дела? А, 99, не, даже чинить-то не придется. А я на всякий случай был готов к этому. Все заготовил. Такс. Почти нашли. Давай, мужик. Три четвертых пути пройдено. Just hold on. Ну и не такая тут суровая погода, как говорили. Я-то уж думал, постоянно будет метель, не? Оказалось, что нет. Так, ну вот. Вон уж костерок горит. Какой ужасный звук. Почти пришли. Давай. Давай, дорогуша. Интересно, что будет дальше. Наверное, мы направимся в путь. Типа мы помогли всем, чем смогли. Но мы еще не видели вспышек вот этих в небе. Северного сияния, значит. Не знаю, мы параллельно это во втором, как пока Маккенти был во втором эпизоде, мы в третьем. А за кого мы будем играть в четвертом? Я предполагаю, что половина сюжета за Астрид, вторую половину сюжета за Маккенти, или четвертый эпизод будет снова за Маккенти, а пятый за Астрид. Но самая ценная находка это, конечно, рюкзак. Думаю, стоит купить новое обновление, а потом заценить его. Так, ну что, дорогуша, мы пришли. Вот, домик. Сейчас мы тебя отогреем, все будет в порядке. Давай, родимый.
Фух, вот мы и добрались. Слава богу. Вот сам уверовал. Давай. Сейчас мы тебя положим. Just in time. Как раз вовремя. Так, никакую бы тебе кровать. Как там? Вот сюда. Все хорошо. О, достижения засчитали. Так, ну что, подкрепимся. Томатным супом. И еще подкрепимся. Все равно эти банки вот-вот поломаются. Славно. Ну что, поговорим с тобой? Я все сделал. Благодарю вас за труды. Возможно, вы спасли всех этих людей. Теперь у них появился хороший шанс выжить, пережить снежную бурю. Вы совершили праведный поступок, Господь всегда будет благосклонен к вам. Спасибо, Святой Отец. Как думаете, если он ко мне благосклонен, может он помочь мне выбраться отсюда? Как я уже говорил, дорога сильно занесла. Но метель, она могла смести часть снега, чтобы... Чтобы что? Есть и другой путь. Но он очень опасный. Через горы. Я готов рискнуть. Мне очень нужно попасть в неоступные мельницы. Если уж тут дела плохи, то там... Послушайте, мне нужно туда попасть. Вы поможете мне. Вход в старую угольную шахту. Если метель расчистила достаточно снега, вы можете туда пойти. Шахта проходит прямо через горы. Затем вы увидите шоссе. Оно огибает побережье. Идите по шоссе, с Божьей помощью вы доберетесь до неоступных мельниц. Вот. Я нарисую для вас карту. Спасибо, Святой Отец. Это вам спасибо, дитя мое. Я хотел бы поделиться с вами одной мудростью. Конечно, Святой Отец. Ваше бремя, его тяжесть гнетет нас. Я не знаю, о чем вы говорите. Знаете, вам не обязательно нести его в одиночку. Послушайте, Святой Отец, конечно, спасибо вам, но религия не... Я говорю это не для того, чтобы повлиять на вас или помочь вам найти веру, но чтобы помочь найти что-нибудь, кого-нибудь, кто облегчит вашу ношу, иначе она поглотит вас. Огляните, Святой Отец, думаю, Господь сейчас и без меня слишком занят. Каким бы ни было мое бремя, я буду его нести в одиночку. Каким бы тесным ни казался его дом, в нем всегда найдется место для вас, дитя мое, как скажете, Святой Отец. Вот, вы можете их забрать. Оставьте у себя, дитя мое. Боюсь, они вам еще понадобятся. Зима будет долгой. Глава 4. Последствия. Вот так. И что нам надо делать? А, покинуть общественную комнату. То есть, если я его покину, наверное, на этом все и закончится.
давайте мы с вами на этом закончим. Дальше я соберу припасы и покину этот клуб. С вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!